Джерри, Джерри, отойди от Тома. Он будет спать. Джерри, пусть Том спит. Том, ложись в падки, ложись, сынок, в падки. Ложись, ложись, сынок, в падки. Мастись. Ложись, ложись в падки. А в туалет домой его заносить? Надо будет в туалет заносить и покушать. Джерри, ты сейчас пойдешь в дом у меня, если ты будешь его тут караулить все время. Дай ему покоя. Ему поспать надо. Он за тебя не спит. Он за тебя не спит. Джерри, идем домой, пусть Том спит. Все, Томик, ложись, мы пойдем в дом. Ну что, он обнаружил, что есть второй этаж. Прикиньте, залез, блин, я прозевал этот момент заснять. Все, пошел, пошел на второй этаж. Гляньте, гляньте, заметил. Все, Том понял, что он в двухэтажном домике. Гляньте, гляньте, ходит. Класс! Все, видишь, что он понял, что здесь второй этаж. Есть. Сонь, подойди до будки, я покажу, каких она размеров. Нет, так ты ж полностью встань. Полный рост возле будки, вот. Я вам сейчас фотку такую сделаю. Пошел на первый, да? Не-не-не, сидит на втором. Том! Он глядит. Соня, вот ты ведешь себя не хуже, чем Джерри. Вот, он сидит, и ты, блин, вы же оба не отходите от кота. Он, бедный, с ума с вами сойдет. Джерри. А говорят, чтобы Том не залезывал себе рану. А как он себе рану залезет? Она у него за ухом. Ну, ту штуку дали, сказали, что если он будет себе рану лизать. А как он себе лизать? Ну, блин, ухо-то нереально себе полизать. Ага, ну, нереально. Вот. Мам. Да, так? Да. Коты всегда так делают. Сначала облизывает свою лапу, потом... Покажи, как коты себе моют. Ну да, может быть и так. Но если так будет, тогда мы ему снаряжение то оденем. Вообще, такой... Скажите, Том, идите... Ага, на третий собрался? Ну, может, третий есть, конечно. Трехэтажная тебе будка. Угу. Ну, гляньте, глаз не сводит. Джерри! Ты посмотри, он хоть не сдох там у нас в такой позе. Джерри! Джерри, ты вообще на меня... О! Это же надо. Столько любит Том. Да, Тому. Вот давайте с ромашками сфотографирую.